немного дождь. Несколько дней он уже идет с перерывами. Но вчера было плюс 14 градусов днем. Сейчас плюс 8. Но это утро. 9 часов 30 минут утра. Поэтому днем, возможно, и также потеплеет. Потому что уже облачность отходит. Море вот так немножко штормит. Но зимой оно как-то всегда так неспокойное. Температура воды плюс 12 градусов. Хотя некоторые пишут сайты плюс 13. Но я думаю, что реальнее это плюс 12. На крещение можно купаться. Не такая холодная вода. Вот море и для нас сохраняет тепло. Хорошего яркого дня вам, друзья. Прекрасного настроения.